Я уверен, убежден в том, что народная песня должна существовать, должна быть. Более того, я считаю, что комитет по культуре должен следить за тем, чтобы то, что было создано уже нашими предками, продолжалось, продлевалось, может быть, даже как-то трансформировалось в современную какую-то музыку. Я не знаю, много всего можно сделать, а русской музыке и культуре быть.